Одна из любимых песен казахстанцев «Арыстың жағасында» Шамши Қалдаякова звучала в исполнении казахской диаспоры в Киеве возле главной елки Украины. Казахи удивляли киевлян. Вместо шампанского – праздничный кумыс, вместо мандаринов – раздавали баурсаки. Новогодние гуляния в украинской столице в этом году посетили около 5 миллионов человек. А мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром пришли на праздничную площадь в костюмах Деда Мороза. В этом году главную елку Украины высотой 27 метров и новогоднюю площадь украсили звездными гирляндами длиной 33 километра. Зеленую красавицу поставили не возле Майдана, как обычно, а на Софиевской площади. Уличные празднования не утихают в середине декабря. Тут и ярмарка под открытым небом, и грандиозное световое шоу, и уникальный интерактивный спектакль. Здесь мэр Киева раздавал детям конфеты, а казахи угощали всех баурсаками. В Киеве казахская диаспора встретила новый 2018 год необычно. Вместо традиционного шампанского в бокалах родные кумыс и аран. Те, кто находится далеко от родины, Новый год встречают дважды по астанинскому и местному времени. Скучать не приходится. Казахи поют песни, угощают кумысами и баурсаками, поздравляя оба народа с Новым годом. Казахстан! Шабан! На площади звучали родные для казахов мелодии Шамши Қалдаякова, а поздравления с Новым годом звучали на разных языках мира. Сегодня казахская диаспора собралась возле елки поздравить друг друга, поздравить украинский народ. Хотели сделать это необычно, поэтому спели песню на казахском. Так мы выразили свою тоску по родине и познакомили киевлян с доброй казахской песней. С Новым годом, друзья! Пусть между Украиной и Казахстаном будет царить только дружба. От всей души поздравляю братский казахский народ с 2018 годом. Мирного неба им, чтобы все их мечты сбывались. Чтобы их лидер Нурсултан Назарбаев вел их к цели, чтобы Казахстан достиг своей цели и вошел в тридцатку самых развитых государств мира. Классно. Счастья вам и здоровья! Мы в этом году посещали экспо, которое у вас проходило, были под огромным впечатлением. Очень приятно было, удивлена как самим городом Астана, так и Алматы. Очень приятные люди, все чисто, очень ухожено, поэтому я от всей души тоже поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы Казахстан и Украина сотрудничали в будущем и брали мы у вас пример. Есть к чему стремиться. Я желаю всем вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было нормально вот в Казахстане. И чтобы все сбывалось, чтобы там был мир, ну... Пусть будет мир, дружба, и пусть все мечты сбываются в Новом году. Киев на новогодние праздники собрал на площадях около 5 миллионов человек. Захватывающее шоу, ярмарки под открытым небом и фестивали веселили киевлян и гостей города. В праздничные дни проходят фестивали ледовых скульптур, иллюминации, десятки арт-объектов стали изюминкой новогодней площади. Аида Кадырбаева, Михаил Мищенко, Хабар 24, Киев.